Слово Божье обещает, что Он нас поведет к Своим потокам, к потокам Своей милости, к потокам Своей благодати, к потокам Своей надежды, к потокам Своей любви, к потокам Своего чуда. Скажите вместе со мной сейчас: пойду к потокам благодати Твоей, пойду к потокам благодати Твоей, пойду к потокам благодати Твоей, пойду к потокам благодати Твоей. Давайте возьмемся за руки, мы всегда так делаем, если вы не против. Я думаю, что это не такое, не образ, это реальность такая на самом деле. И действительно, Господь, Он милостив, благ, и Он прикасается к нам. Давайте возьмемся. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за эту годовщину, за каждого из наших друзей, пасторов, Господь. Спасибо Тебе за пастора Рустама, Отец. Спасибо Тебе, что Ты учишь нас, что Ты взращиваешь нас, Ты делаешь зрелыми, Господь, нас. И мы доверяемся Тебе. Мы доверяемся Твоему водительству, Отец, в этом новом году. Двигай, иди, направляй. А мы, Господь, отдаем Тебе первенство. Это Твоя церковь, в ней Ты самый главный, а мы Твои управители. Во имя Иисуса Христа. И все да скажут. Аминь.